Не, не хочу, спасибо. Так, ямка есть. Ну хорошо, все. Так, ну у нас 6200, да? Да. По сути, нам ничего больше не нужно. BQ представляет серию смартфонов BQ Magic. Новейший восьмиядерный процессор, мощная батарея, яркий безрамочный экран, бесконтактные платежи. BQ Magic создан, чтобы впечатлять. От 5990. Купи смартфон BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. Так, ну что, погнали сразу, давай. Всем салам, мои дорогие друзья. С вами опять Холливуд, вот этот рыжий геймер Икс. И жабка Channel. Сегодня мы будем делать еще одну прокачку. И это трио, я надеюсь, будет самым крутым в плане по прокачкам. И кое-что у нас небольшое изменение. У нас, наверное, впервые чувак выиграл. Ну, не выиграл, он выиграл. Но выбрал девушку. Ну, типа, он да, хочет. Кстати, он играет костюмы, за девушку. Да. Только на девушку. Костюмов не будет сегодня. Ну, инкубатор, да. Ну и только инкубаторы сейчас. Реально. Типа, для меня это шок. Ну, почему нет? Ну, типа, ну, так, Вова, раньше, ну, на прокачке у меня реально редко. Все, мы задонатили, 10361 алмаз, у него не так много доната. И самое главное, ребят, хотел сказать, что если вы хотите также выиграть прокачку, у меня ВКонтакте идет этот конкурс. 300 тысяч рублей разыграть, 300 кусков. Ну это на самом деле много, поэтому, бро, ставь, пожалуйста, лайк и иди ВКонтакте участвовать. Ну а мы погнали прокачивать. Че, давайте по очереди? Давай. Давай с него начнем. Давай. Мы никнейм меняем, да? Да. Ты свою попытку... Да, чё я? А, все, все, ты сказал да. А, все, надо, а, все, надо, надо было раньше, да. Опа! Карточка смены ника и М-ка есть. О, давай М-ку и карточка смены ника, давай. А у него есть М-ка, давай, чисто ради интереса. А, он уже сам выиграл. Оружие, у него М-ка, урон... А это какая М-ка? А это, по-моему. Подожди, ради интереса мне... Это красная, это... Вот это. Урон 2 и магазин. Ну, карточек смены ника. Ну, мы будем крутить. Ну, у него генеральская М-ка, в принципе. Давай, может, выберем. Мы лучше можем выбить. Ну, да, в принципе. Блин, ну, нам нужно все равно. Ну, да, да. А давай изменим так, за бабки просто. Ну, конечно. За бабки просто. Ну, просто мы больше потратим на хакерский магазин. Ну, а вдруг она сейчас выпадет? Давай прокрутим два раза. Ладно, давай. Хакерский магазин, ну, давай. Ну, да, за 9, за 39 алмазов. Давай, чисто вот, ради интереса. Ну, и крутить. А я знаю, почему он выбрал, потому что он мужским персонажем играет, а там только мужские скины. Нет, там женские. Да? Там. На кого? А, этот, а, там же на мужика и на бабу одинаковые скины эти зеленые, я забыл как. А, я не помню. Ну, пожалуйста. О! Да! Я же сказал, давай прокрутим два раза всего лишь. У тебя тупое лицо сейчас. Чего у тебя тупое лицо, как всегда, алло! Жабка. Ну, что это пол имя? Давай ты жаба. Поли. Нет. Ну, тут тебя не хватает. Что это поле, это вообще не мое задание. Мое задание. Ладно. Ну, я должен быть там. Жаба. Как? Нет. Может, гей? Нет. Ну, ни хера не гей, за полное имя. Он меня вытеснил, падла. Не, как сделать красиво? Жаба, смотри, жаба, холим, икс. Парни, не. Холи, икс. Жаба, холи, икс. Ты серьезно пошел сать? Да. Ты такой видос идет. Давайте мне маленький сделал. Тебе маленький бегает. Вот так? Но мы вернемся, пока он пописывает. A few moments later. Ребят, он пописал. Да, чуть-чуть. Все. Спасибо. Хорошо, теперь ты готов? Я готов, поехали, блин, поссал и поссал, нормально годно было. Давай, запускай. Погнали. Ну, мне вот это нужно. Не бери. Джейкхоз. Мальчики похожи на качков. Ну, я забрал пропуск. Ну и погнали. Давай посмотрим, что вообще по оружию. А, ну, давай по оружию его глянем. У меня бита есть, класс. На. Ну, мне далеко. Ну, вообще. Так, ну а что мы будем брать? Я по-царски сижу, давай посмотрим. У него есть вообще алок?
Алок есть. Алок есть, да, все улетит. Так, ну смотри, что мы будем? Ну, в джекпотах нам нечего крутить. По факту. По сути, да. А, только, ну, инкубатор, давай инкубатор. Давай скар выбьем. Да ну, блин. Хочу скар. Так, стоп, это уже другая история. Да, я не хочу, давай это инкубатор. Это уже я хочу, может быть. Ну, вообще-то моя очередь. Вообще-то моя очередь. Почему? А, ну ладно. Да. Инкубатор. Инкубатор, все. Да, вот сейчас нам повезет. Ну что, ты будешь весь все время инкубатор? Ну, по три попытки у каждого. Давай. Ну, все? Да, чуть? Давай. Пропускать? Да, я скажу, я люблю. Маме тоже пропускай, Петр. О, ну камень, ну нормально. Сразу пропускать? У меня 20 есть, кстати. Писать. Пропускать? Ну это его же. А, у меня три попытки. По три попытки. Ну давай досмотрим, может, выберет кто. Ухо-хо-хо-хо! Вот так вот сделают все дела. Нет, не надо мне скидывать. Давай скинем. Нет. Ну надо. Потом, давай, когда я что-нибудь годное прям сделаю, то да. Пропускай. Ну вот все. Твои попытки? Да, давай я. Ты тоже будешь? Давай, на. Ну сам он будет крутить. Ема ему, смотри, выпал тоже чертеж. Оп. А ты что мне так тупо смотришь? Ну дальше будешь что-то делать, нет? Все, у тебя еще две попытки. Блин, мы это, ну, может, на крутой этот? Так, нам еще будет? Нужно еще немножко, два нам яйца. Два яйца и один чертеж. Ну, да. Твоя попытка. Я не хочу это крутить. Крути, сука. Ты что, охренел? Проси брать. Не понял. Но у меня не крутится инкубатор. Вообще не крутится. Только ты на мою шею. Оп, камушек, смотри. Нормально. Гуджи флип-флап, встань. Бичи-бичи, сайт. Ну давай, ну выебись, алло! Это последняя попытка? Да. Ну вот, два яйца. Ну смотри, у меня сейчас чертеж выпадет с компотовым. Пропускать? Да. Нет. Ну за три попытки было. Пропускать? Да. И посмотрим. Подло, давай чертеж, но последний чертеж нужен. Один чертеж, все. Только не камень. Ну на тебе, вон, волчару. Еда для животных. У меня 20 яиц, кстати. На. У меня, кстати, на моем аккаунте. Если ты выбиваешь, то тебе хана. Не надо, просто не падай. Тебе прям уже хана. Ты выбил чертеж, не пода! Я говорил, его не делать. Я поэтому... Мне не надо, пожалуйста, я тебя убью. Ты Иван был? Hello! Отомсти ему, я. Отомсти ему прям сейчас. Ты уебан, блядь! Я твой рот ебал, знаешь ли, да? Отомсти его! Иди отомсти его! Ну что ты сказал, как бы? Бля, твои 41 хуй, блядь. Да что ты добавил? Гоу, то твоя! Кофту жалко. Геймер, отомсти его, пожалуйста. Пожалуйста, нельзя, дядь. Притащи компот, который ты мне притаскивал. Да, он его вылил, ты что говоришь? Ну да. Тогда заначку говна. Ладно, класс. Ты убирать это будешь? Ладно, крутите пока. Ты гнида. Блять, ебал. A few moments later. Ладно, все, погнали. Так, женский набор, да? Забираем? Да. Ну, женский набор, кстати, неплох. Ну, неплох, да. Мне больше нравится, чем мужской. Надеваем сразу, да? Фу, ты такой мерзкий. Так, что мы делаем? Да, крутим эту тему? Не нужно? Ну, зачем? У нас типа мужские костюмы, да. А голдовка это мужской, да, костюм? Да, на него выпал мужские. Так, секс, давай оружейный. Давай. Я не хочу. Ну давай, давай. Садить. Я не очень люблю это, но все равно. Ну пожалуйста. Нет. Может еще оружие какие-то? О, ну, а это, что это? Это на это, что? Имперский. А на что? А что дает? Не понял, это все. А что дает? Мне вот родить. Да. Не вижу. Вот. Урон. Ну, но, не, нормально, слушай. Пускорострел. Не, нормально, слушай, нормально. Так, погнали. Прокрутим раз. Прокрутим два. Прокрутим три. Блин, пожалуйста, выбейся раньше. Ну серьезно, нам нужно. Ты можешь нормально крутануть спас делать? Ну, спас тоже неплохо. Что мы всегда делаем, СКС. Ну, кстати, пока крутим неплохо. Ну. Пожалуйста. Знаешь, о! О! Нормально. Всё. Блин, второго яйца. Вот это хорошо, вот это лайк можно сходу. Пацаны, второе яйцо не принес. Простите, пожалуйста. Ну я тебе потом носу на лицо. Я тебе. А зачем ты еще раз пошел кредит? Потому чтобы спас выбить. А, купоны? Мы два спаса выбили, кстати. Я еще хочу спас. Нормально. Блин, а кто убирает? Ты. Да. Зачем ты за 40 крутишь лоудаун? Потому что хочу вот это забрать.
Давай алмазы тогда не разок. Разок? Ну да. А смысл там... Ну хорошо, все. Так, ну у нас 6200, да? Да. По сути, нам ничего больше не нужно. Акции не нужны. Ну почему стволы? Ну вот это вот так. Ты крыса, да? Чё? Ты крыса, да? Ты сказал, ты гадости не делаешь, крыса. Уйдите, пожалуйста, ребят. Нет, ну давай там когда что-то годное будет, но не сразу. А что ты принес? Ты тоже все принес? Нет. А что ж ты принес? Тварь, а? Я сейчас его потом головой вытру вот это. Ребят, помогите, пожалуйста. Прости, Вова. Ладно, давайте контент делать, крысим. Что ты принес? Не, не знаю, его не доверяю. Прости, Вов. Он что-то сделал. Ты что-то уже сделал? Нет еще. Нет еще, говорю, ну ладно, вы там гадите. Я ему не доверяю еще. Я тоже. Но... Я вижу его глаза, он что-то сделал. Не, он ничего не делал. Посмотри на его глаза. Не, он лишь ничего не делал. У меня в глаз яйцо попало, блядь. Это маска для яйца, прыщей твоих. Ты что, два яйца репанул? Одно. Вов, зачем ты это сделал? Не знаю, ну потом уберем. Что это такое, Вов? Отвали. Хочешь омлет на полу сделаем? Не надо. Ты же хотел яичницу взять. Сыра нет. Принеси сыр моему чистому. Дядь, отвали, пожалуйста. Бля, он был сыр тебе въебало. Нихуя Кузьманом, не блядь, чтобы нас сломать. Блин, ребят, они тупые. Так и шабы тоже не подъебал. Не надо меня. Да, у меня на него тоже запас есть. Не надо меня. Да? Да. Так, что мы делаем? Откуда, ну, что мы делаем? Откуда у нас яйца? Ну, там, кстати, где ты играл, далеко находишься, поближе сюда. Яйцо, блядь. Ну, ты сядь вот так. Так, что дальше? Давай, выбирай. Мы выбили Скар, мы выбили инкубатор, у нас да. Есть акция вот эта. Мне копт испачкал, блядь, мой любимый. Ну ты же все равно эту потом. Да. Я беру. Так, что тут? А что у него есть по стволам? А у него, а я хочу. Ну пошли посмотрим. Но у него синий М по 40. Пошли посмотрим, окей, оружие. Может, так, М-ку у него генерал, можно новую М-ку выбирать. Калаш. Скоростный точно неплохой. Юпа нет. Калаша нет. Ну XM8 было. А XM8 может есть, нет? У него, кстати, лучшая М-ку 5 была для того. Ну и что? Ну ты твой. Мне не понравилось твое решение волевое. А к 7 вообще нет, что ли? Урон, точность, урон. Ну я с тобой беру тебя. Где XM? Вот она, XM есть. Не, ну в принципе у него есть такое, типа норм. Там Скар, ой, Калаш можно, можно М, можно этот, сначала Юм. Ты почему решаешь Юм? Потому что он... Ну, Юм будем крутить? Я не знаю, давай. А дробовик не лоб? Да. А что ты делаешь? Не знаю. Очкует? Ну, он очкует, кстати. Нет, возможно. О, у него нет. Будем крутить? Давай, я хотел дрова. А какой ты хочешь? Лиловый. Блин, зачем ты это лиловый? Ты что, опять меня здесь спасти? Ты опять меня хрень не спасти? Спасибо. Ты опять меня спасти? Ну так, чё? Они тупые, ребят. Видишь, как стекает? Так, чё? Ладно, десятка? Чё, не, давайте уже докрутим, алло. Давай. Десятка? Да. Не, я честно не пачкал, честно. Да он начнётся, Ваня. У тебя говно. Я с вас буду говно. А я тут при чём? Простите. Я показывал ему, не надо. При себе показывал, ты ещё посмотрел на меня. Да он наоборот дал, ты слышал, как он дал этот, блядь, знак? В смысле? Да? Я сказал, да, что тебе пизда сейчас. Да, и он такой, сейчас будет пизда. И он такой сидит и лыбу давит. Ну, то ты видел, прям, что я ему показывал, не надо так делать. А чё ты не сказал, что типа я уговорил? Я тебе показывал вот так вот, просто вот так вот, ты сидел вот так. Я тебе говорю, он дал знак, так что он тоже крыса. У меня голова закружилась уже. Давай, ладно, погнали. Так, чё, не выбили? М-ка, у него есть М-ка. Давай лучше Юм, серьёзно. Блин, она сейчас за 200 алмазов. У него Юмпа. Дядя, она за 200 алмазов будет. Ну, Юмпа-то. Ну, М-ка за 200 алмазов. Какая? Ну, это нормальная, которая. О, где нормальная? Вот эта длинная, да. Там. Давай, 10. 200 алмазов, да, смотри. Ну, смотрю. Ну и чё? Ну, бывает. Бы ты на бортом. А я Юм хочу. Чё ты ржёшь, мне страшно. Я хочу Юм. Я боюсь. Ребят, давайте по-нормальному тут пишем. Нормально пишу. По-нормальному было, когда без яйца было, а уже это ненормально. А, что-то не падает. Я. Еще раз крути его. А что ты? Крути, я кручу. Ну, я за М-ку, за калаш, потому что... Да ты сдался М-кой, она не выпадает тебе. Сейчас.
Ну и? Ну, у тебя говно. Подожди, а у нас... Фу, ты такой мерзкий. Да что, я руку должен был пойти помыть, но не смогу. А подожди, у нас 5000 алмазов. Хакерским мы выбили то, что нам надо. Да. Ну там М-ка там помоет. Типа, а... Может, в магазин что? Ну, в магазин. Нет, уже покупать. Ничего, нам нужно только оружие. Ну давай оружие, ну я тогда М-ку свою прилюблю. Я... Ну давай М-ку чисто крутить сейчас. М-ка и Юм. И, кстати, можно М-по 40. Давай М-ка и Юм. М-по 40 можно. Давай М-ка и Юм. Ну, десятку, да? Да. Погнали. Оп. Оп. Ух. Не, я могу это рукой, хочешь? Не, не хочу, спасибо. Так, М-ка есть. Ну, юм, нужно а Юм. С меня еще потом... Но у меня проблемы с убиванием, ты же в курсе. Ну, 10. Смотри, давай. Выпить, да? Нет? А сейчас? Нет. Еще раз. Еще, ты хочешь? Ну да, давай попробуем. Ну, давай, но он должен упасть. Блин, я не верю, ты крыса сзади бежит. Ну, какая штука у него. Серьезно? Да. Выделить руки, а я... Блин, у меня же сюда затекло, у меня же пятка затекло. Ладно, давайте крутить еще. Че ты мне пятку? Дай мне пятку выдели, пожалуйста, и салфетку. У меня яйца в руках. Да, ты увидел? Да. Он крыса, да? Да. Я так и знал. Ладно, давай крутить дальше. Давай после видоса, ладно, ты уже перепутал. Отвалите от меня. Так, ну что, крутим? Да. Ладно, давай нормально крутим, все. Десятка. Хоп, хоп. Короче, кто... О! Это кто сделал? Да, крутение. Другой рукой. Потому что это его. Там, врач, не надо брать. Врач, не надо брать, говорит. Так, что дальше? А, я хочу выбить. Я хочу выбить. Нет, блин, МП-40. Потому что у меня синий МП-40, он не такой годный, как... Ты хочешь вот этот, свой говяный? Мой любимый, да. Говяный. Тут, блин, он за 200 алмазов должен. Ну ладно, давай. Мы. Сейчас либо гранит, либо он, смотри. Ничего не выходит. Ну, как бы... Ну, потому что мы крутили сейчас. Не, ну он должен. Еще раз? Да. Но скидка же огромная на него. Пожалуйста, по-братски. В принципе, я думаю, да. Вот сейчас должен выпасть, да? Ну, нет. Нет? Я не верю, что... А чё я не кручу? Ну, давай ты крутишь. Я ещё хочу. Лиловый? Или вот да, это? Да, лиловый, я так и не выиграл его. Ой, как ты достался лиловым! Красивый. Он дороже стоит, чем крутые лутбоксы. Да, кстати. Это уже не важно. Это не важно. Что? А главное, ценность этого предмета. А чё там только дробаши? А, нифига. Давай ещё раз крутанём. Ну, дядь, ты больше не будешь крутить. Не будешь больше крутить. Не будешь флип-лап. Ну что, МП-40? А, давай коллаж. Чего мы коллаж не пробуем? Давай МП-40. Ну, давай, и потом коллаж. Давай, раз. Ну, гранник был у него. Ну, что-то у тебя МП-40 больше не падает. В смысле, был у него гранник? Но у него другие два гранника. Оп, оп. Сейчас я прикинь, понял, ты моя рать буду. Оп. Нет. Давай еще. Оп. Ну, хочу коллаж. Ну, он же должен выпасть. Зачем ты понюхал? Ты тупой? Маня. Какашка? Оно не падает. Чё, давай еще раз лиловый. Давай. Лиловый крутим? Да. Десятка? Да, десятка. Давай ты. Пожалуйста. Ну, по-братски. Если ты его выбишь, я тебя заставлю его съесть, то что тебя выйдет. Не надо съесть. Чё крутим, по 40? Не, давай коллаж. Ты уверен? Коллаж годнее, ладно, по 40 есть хоть более-менее какой-то, а коллаж этот годный. Ну мы и так выбили уже то, что нужно. Ну нам нужно свое добить. Блин, ну пожалуйста. А почему? Вот то самочувствие, когда нет, да, джекпота. А чё оно не падает, я не понимаю. Годный джекпота даже, нет, что-то. Почему оно не падает? Оп! Ну, наконец. Надо еще коллаж. Ух, ребят, это лайк, это коллаж. Просто лайк, вот это лайк. Лайк за яйцо. Руки почти. Давай лиловый, да? От яйца. Да, лиловый. Пожалуйста, я очень хочу. Я тащил. Почему он тебе не падает? Я кручу, давай я кручу. Ну да, крутани. Ну давай, ну пожалуйста, ну близкий. Ну пожалуйста. Блин, а чё оно не падает? Давай, вот коллаж. Серьезно, коллаж. У него и так был намного дней. Давай коллаж. Это какой-то бред. Коллаж был? Не, ну мы выбили уже хорошо, очень хорошо. А мы М-ку выбили? Ну... Я забыл. Да? Да. Лол. Мы Юм выбили. Ну мы нормально по словам выбили. Если коллаж выбили... Я хочу коллаж и... Давай еще раз коллаж, да? Давай. И лиловый хочу. Ну, пожалуйста, ну коллаж. Ну можем попробовать за место лилового этот крутануть, который как его... Не, лиловый надо. Была смерть. Лиловый надо. Получится. Давай.
Да ладно. Там на сколько он посмотрел, на сколько нет. Вот ради интереса, ради интереса. Сейчас посмотрим, ребят. Оружие. М-ку берем. М-ку берем, да. Калаш 189. Калаш выше. 230. Да, я сказал, 233 дня. И Юмп теперь есть, МП-5 мы взяли, Скар мы взяли, МП-40 мы берем, СКС-ку мы взяли. Граник, ну у него граник есть, он этот заяц. Ну да, фамус у него есть. Бита крутая, кстати. Бита реально бурная. У него даже АМ ушастый заяц есть, лол. Ну да, кстати, прикольно. Прикольно, да. Рюкзаков у него много. Ладно, погнали дальше. Ну, добиваем. 783. Что будем добивать? И то, и то, я думаю. Давай один раз крутанем лиловый, и остальное все на дракона, да? Ну, да. Ребята, можешь напишите попять, в комментариях, пожалуйста, сколько геймер уже держит какашку в своей руке. Наконец-то выбили. 2-6 у тебя еще. Брач. Шенталман. Брач. Рука вообще сохнет. Такие тупые. Чё, дракон? Да. На ты. Но у меня, ну давай другой рукой. Да, тут дядь. Ну, двигайся, ну надо, дядь. Дядь. Нет, давай. Ну Вов, давай, ну, дядь. Надо, Вов. Ну давай один раз, надо. Вов, ну надо, Вов. Ты хуел? Надо. Не, пацаны, у меня Вов, вон, надо. Посмотри, я ты уже под мешком, дядь. Я подвинусь, Вов. Конечно, Вов. Смотрите, смотрите. Я не пожалею, мышка идет с тобой, там. Идет еще. На, дядь, неудобно. Ну надо, дядь. Ты подумал, я какашку кину в тебя. А где мышка-то? Я их же тоже не вижу. А где мышка? Подожди, дай, я найду. А, вон она. Она, по-моему, не чувствуется на этой коже. Зунай! Да я не могу! Ты должен! А ты можешь? Ну... Ты чё, ты кулаком ебашь? А, тебе ещё надо мне. Раз. Два. Я тебе мышку в табло дам, я тебе серьёзно говорю. Не, я не говорю. Нифига, ты ещё максимум выбрал. Я думал, ты один такой. О. Давай! Сейчас, ну давай! Да, блин, блин. Давай! Давай! Ну! О! Ты неудачник. Слава богу. Я лучше не помогу неудачникам. Давай ты крутанешь. А я? Вот это да. Пожалуйста, плиз. Ну давай. Ну давай. Блин, я уже чувствую, как мне говно в руке потеет. Уже запах до сюда пошел, ты понимаешь, что ты настолько ты домой? Я что-то... Не, ну не выбили. Я реально тупой говно кидать человека. Нет. Ну, да. Ну да. Оружие. Бля, ну это воняло. 247. В руке поплывет. 247 дней, алло. А у меня в руке не то есть. О, кстати, 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 знаешь, что я забыл? Это отошел, алло. Лотбокс. Да, я падаю. Раз. Четыре. Это крутим? Да. Это наше? Да, это наше. Что, выпал там градник что-ли? Ну, не нужен. Нравится. Он типа не нужен. Ну, все равно для коллекции, ну, почему да. Нет? Попрощаться нормально. Ну, сейчас нужно дооткрывать. Ой, ему нифига себе упал. Это наш? О, Скар еще один, смотри. Фото, нормально, гладно. Стволов много. Брачок. Вот, давай так, вот. Это, подожди, это сколько мы выбили? Подождите, а реально, сколько мы выбили? А, мы выбили стволов 8 точно. Мы выбили главный набор. Прыщи пошли теперь, блядь. От лица. Мы выбили главный набор, и дохренища всего, дохренища просто. Плюс еще и стенка, это, блин, ну это реально куча оружия. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12, 13 и 14 стенка. Просто жесть. И еще набор главный из инкубатора. Да. Это жестко. Ребят, это прям, я не знаю, максимальное количество лайков. Вы должны поставить вот реально лайк прямо сейчас, подписаться на него. Халлиот ТВ, ребята, с вами был. Всем пока, пока еще по съемкам. Дядь! Блин, ну ладно, мы берем. Покажи. Покажи.
врача. Я ему говорил, он его показывал, не надо. Всем пока. Всем пока.